Всем здравствуйте, меня зовут Марина. Сегодня очередной обзор покупок из магазина Fix Price. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Были мы в субботу с мужем, заехали в Fix Price. Муж у меня его просто ненавидит, этот магазин. Одна я его люблю. Но мне нужны были к этим швабрам палки. Я, в принципе, за палок туда и заехала. Но в итоге, купила я или нет палки, увидим это дальше. Поехали. Так, что я купила, как вы уже поняли, это докупила я еще одну вторую швабру. Это я покупала в прошлый раз, я показывала. Видите, как она ровненькая, симпатичная и достаточно хорошо держится моп на ней. Чистенький моп. Это я покупала в прошлый раз, видео я показывала. Докупила еще одну вот такую насадку на швабру. Размер у нее 39 на 9 сантиметров. Сделана, естественно, в Китае. 99 рублей. Ну, так как остались там уже одни остатки, поэтому, естественно, швабра выглядит уже не так хорошо. Видимо, самые кривые косы остались. Вот, и как-то и моп уже там как-то сильно мотыляется прям. Видимо, великоват для этой швабры. Выбрать было мне особо не с чего. Все они были в пятнах уже. В желтоватых каких-то, не знаю, то ли с производства, то ли с магазине вымазались. Но купила, так как мне очень понравилось. Я просто попробовала этой шваброчкой поводить по потолку, чтобы можно было стены и потолки помыть, как бы. Очень хорошо для потолков стен подходит. Поэтому я решила одну оставить на пол, а другую взять именно для потолков и для стен. Так как у нас натяжной потолок, где-то пластиковый, где-то натяжной, это очень удобно будет протирать. Вот. А по поводу палок, палок так и не завезли. По крайней мере, не в первый раз, когда я в одну неделю брала, не во вторую неделю со вторым завозом очередным не было этих палок, которые стоят всего лишь 55 рублей. Они классные, но у нас их не было, к сожалению. Очень жалко. Буду следующего завоза ждать, я хоть с этими палками теперь. Потому что те с моих швабр палки не подошли, к сожалению. Думала, откручусь нам с моих швабр, там со старых и с новых даже не подходит вот этот вот диаметр. Так, еще раз докупила вот такие плечики. Три штуки 55 рублей. Там больше для мужчин, либо для верхней одежды. Большие плечики, пластиковые, черного цвета. Три штуки в наборе. Не помню, сказала 55 рублей. Мне понравилась здесь форма вот с этим кружочком, что здесь можно повесить либо галстуки, либо шарфы, ну и для разнообразия. Такие я уже похуже уже покупала комплект. Так что хорошая вещь для гардероба и необходимая. Тем более сейчас уже развешиваем в шкафах все зимние вещи, подоставали. Как бы хорошие плечики, такие нужны серьезные. Так, далее. Я обрадовалась и докупила новую себе косметичку. Косметичку нашла себе ровненькую и не кривую. Вот я эту в прошлый раз показывала. Она такая вся нормальная, но единственное, здесь шов был кривоватый. Мне они очень понравились, я не смогла не купить еще одну. Нашла, откопала в куче косметичек еще одну косметичку. Вот, 77 рублей она стоит. Она такая вместительная, очень удобная, с очень удобной ручкой. Тут полностью все хорошо прошито. Это аппликация. Замок замечательно работает. Внутри тканевая. Никаких кармашков там нет. Просто, но она с обычная ткань. Глубокая, что мне очень нравится. Что там вместится просто все, что угодно. И кошелек, и телефон, и косметика. И еще и фотоаппарат засунуть, если вам это необходимо. То есть, все визитки, все карты, все, что хотите. Вот, и очень удобно, и она очень прилично смотрится, очень современно и стильно, и не смотрится она дешево, не смотрится она на 77 рублей, я бы так сказала. Очень хороший вариант, поэтому я эту косметичку купила в подарок. Так, далее, что я прикупила, это вот такие рамочки, вы, наверное, уже все с ними знакомы, но они отличные для творческих людей, да и просто их повесить. Фотографии, либо еще что-то, ставить какие-то картинки дизайнерские. Они маленькие, 10 на 15 сантиметров, сделаны из дерева полностью. Вот такие крепления сзади картонные. Вот. Может стоять, может висеть.
Почему я выбрала их? Там есть и цветные уже, и металлические, и пластиковые. Дерево отлично подходит для творчества. То есть его можно красить. Оно полностью тут гладенькое. Краска будет хорошо ложиться. Хорошо на такой плоской поверхности делать оформление какое-то. Либо кружевами, либо оформить декупажем каким-то образом. Либо какими-то камушками обклеить. Либо какими-то цветами, с чем хотите, под свой интерьер. Покрасить совершенно любой цвет, в нежный, в яркий, просто цветными сделать. Это отличная вещь за 25 рублей. Внутри там стекло стоит, не пластик. Поэтому я взяла также себе для творчества. Если что-то как-нибудь натворю, сотворю с ними красиво, обязательно вам покажу. 25 рублей одна штучка. Очень выгодная покупка и отличные рамочки. И стильные такие. Так, далее. Я купила вот такой крем. Крем отличный. Вы все узнаете. Наверное, но если кто не знает, то это профессиональный нежный крем после доения с экстрактами календулы, алоэ, витамином F. Питает, увлажняет кожу, противовоспалительный и ранозаживляющий эффект от Флоресан. Здесь всего 150 мл. Он такой густой, такой приятный, в меру жирноватый, хорошо впитывается, с приятным ароматом. Стоит 50 рублей всего. Это замечательная вещь за такие деньги. Вот. Я пользуюсь для ног и для рук. Для ног замечательно подходит. Так что могу только рекомендовать. Я покупаю, наверное, уже четвертую. У меня одна у сына такая на столе стоит. Он пользуется при необходимости. Вот, и я уже, можно сказать, снашиваю. Вот третью тубу вот у меня, по-моему, пошла. Очень нравится. Пользуюсь. В прошлом году покупала, опять купила. Нас периодически завозят. Так, далее. Ну, это хозяйственная покупка. Вот такие салфетки нам наконец-таки привезли. Их долго не было. У меня уже пачка заканчивается. Там одна штучка осталась. И привезли за 50 рублей. Вот такие целлюлозные салфетки. Их тут 5 штучек. Все их знают. Они влажные внутри. 15 на 15 сантиметров, регенерированная целлюлоза. Очень классно, я прям стол, я не могу, у меня на кухне без них я тоже никак не могу, потому что они замечательно все насухо выжимаются, замечательно все насухо вытирают, и стол, и мебель там на кухне где-то необходимо, столешницу. Вот без них никак не могу. Меня, допустим, не спасают в рулонах, вот где по 80 рублей, ой, по 80 штук вот эти рулоны, одноразовые салфетки. Мне они не спасают. Я без такой тряпки все равно не могу. А те между делом как-то использую потихонечку. Так. Вот привезли. Так, далее что? Вот, попалась мне еда под руки. Вот такие хорошие шпроты в масле. Это не за 25 рублей, которые невкусные, вам сразу скажу. Брали на пробу. Это за 77 рублей. Шпроты в масле из салаки. Тут, значит, у нас сделаны по ГОСТу, 230 грамм масса. Они очень вкусные, там они все раздельные, не мелкие, достаточно по вкусу хорошие. Такие пухленькая рыбка там такая лежит раздельная, что я могу еще сказать. На завтрак замечательно. Ну, конечно, много есть их нельзя, потому что копченый продукт жирный, но на завтрак вкусненько и очень даже аппетитненько можно покушать. За 77 я считаю, что это очень хорошая бюджетная цена, в отличие от других магазинов, за такой вес. Так что рекомендую. Это у нас от Пищевика делает их. Ленинградская область, город Новая Ладога, ООО «Вип-консерв». Ну и здесь написано «Пищевик». Не знаю, играет тролль какой-то или нет. Так что вкусные, рекомендую. Хорошая консерва. И мне прям не нравится, прям даже бесят те люди, которые говорят, что там ничего есть нельзя, что там одна химия с подвала, все на свете. У нас все с одного подвала, так сказать. По всей стране, по-моему. Хорошие продукты. Так, также повторила вот такие новогодние салфеточки. Очень много продуктов завезено. Магазин Фикспресс сейчас коллекция новогодняя. В огромном количестве, там чего только нет, я повторяюсь, вы сами, наверное, все видели, игрушки всякие, упаковочная бумага, салфеточки опять вот такие выложили, не знаю, новые или это прошлогодние. Ой, мне даже разбегается в глазах, все такое красивое, цветное, яркое там. Вот, гирлянд множество, боже мой, чего там только нет, всяких наклеечек.
Вот, но я себе повторила вот такие салфетки. Раньше я мимо проходила позапрошлом году, думала, какая-то ерунда за 50 рублей, но вообще этого не стоит. Но я согласна, за 50 рублей такая салфетка не стоит. В прошлом году они были по 25 рублей, я покупала такие, только были красные, на них изображены подарочки белым контуром. Я их использовала на Новый год, это было очень красиво. Покупала также две штуки, как и сейчас, я купила две штучки, вот одну раскрыла. Они небольшие, вот такие тоненькие, если кто не знает. Но они очень красиво смотрятся на столе. В прошлом году у меня была белая скатерть. И вот такие две ромбиком постельные красные салфетки были. Также на белом будут эти красиво смотреться. Вот так вам покажу. Очень нарядно. Вот. И очень красиво, нарядно смотрелся новогодний стол. Единственное, что мне пришлось их, эти салфетки... выбросить только из-за того, что у нас в новогодние блюда поставлены были фейерверки. Мы их, естественно, подожгли. Они так красиво, феерично сверкали во все стороны. Но в итоге, после того, как я уже убирала стол, все наводили порядок, я увидела, что все скатерки мои эти прожженные. Просто на сквозные дырки. Естественно, что они не годятся, поэтому в этом году я купила новенькие, точно так же их постелю. Эти скатерти будут красиво, салфеточки смотреться и на красной скатерти однотонной, может быть, с белым орнаментом даже, и на зеленой скатерти будут однотонно красиво смотреться, но, естественно, на белом. Очень, очень нарядно, очень празднично и аппетитно смотрятся. Стоят они 25 рублей, я думаю. Я что-то взяла не глядя, потому что в прошлом году я брала по 25 рублей. Думаю, в этом году они по 25 рублей. Но им красная цена 25 рублей за штуку. Так, размер у них 50 на 50, по-моему, или 70 на 70. Я уже выбросила этикетку. Вот, 70 на 70, по-моему. Вот, так что рекомендую. Кто на них не обращает внимания, посмотрите. Очень даже, я считаю, хорошая вещица. Так, также купила от Акульчев, решила, ну, как бы, повторно попробовать мяфли без пальмового масла. Изделие хлебобулочное сдобное, 310 грамм. Пишут здесь, что тут только растительное масло подсолнечника употребляют, как бы... Вот пишет, что здесь в составе сахар, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вода, сыворотка молочная, разрыхлитель, ну, глицерин, соль, эмульгатор, ароматизатор, масло сливки. Что здесь нет ни пальмовых масел, ни растительных каких-то других жиров. Лицин соевый не есть, содержит пшеницу, глютен и яичные продукты. Ну, не совсем, конечно, чуть-чуть химии есть, конечно, но они вкусненькие. Так, стоит 50 рублей. Хорошие такие вафельки. Ой, что-то их прям трудно открыть. Очень удобная упаковочка. Вот так они аппетитно выглядят. Они такие прям мягенькие. Очень можно замечательно полить их сгущеночкой. Ну, либо еще как-то придумать и покушать. Ой, пахнут как бы аппетитно. Немножко ванилькой отдают. Так что вот такие хорошие мяфли. За 50 рублей. Продавали их где-то год назад такие, только упаковка была немножко другая. Ну, были бы точно такие же, тоже приятные. И вес, по-моему, поменьше. Ну, теперь прощаюсь с вами. Надеюсь, видео было вам интересно. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Кому не понравилось видео, вниз. И до новых встреч. Спасибо за просмотр.